вот это вот те самые муравьи. Значит, когда я нашел кусок шланга и приспособил, открыл воду, оказалось, что там муравейник. Я понаблюдал за муравьями. Вот. Они спасли все до единого. Это было на моих глазах, уже поздно было что-то менять. Муравейник уже плавал в воде, видите? Они спасли все свои эти личинки. Все до единого. Вот они тащат, видите, тащат. Вот. Шланг лежал недолго, значит, они недавно заселились. Я, конечно, расстроился страшно. Идет документальный фильм, он настоящий, это не мультфильм. Идет великое переселение муравейника. Целая, это самое, такая, аж река течет как будто. Вот, вся эта толпа муравьев, их там явно сотни тысяч, не миллионы. Они начали переправляться. Из муравьев было создано огромное, длинное, несколько метров и шириной довольно приличное, был создан мост. Муравьи сцеплялись друг за друга, был выстроен мост. Я еще к Дарвину вернусь, потому что по Дарвину это невозможно. Вот. Когда слепой случай, и каждый думает, как бы спастись и это. Вот. Организация, недоступная человеческой расе. Построил был мост. Настоящий. Ротация такая. Несколько слоев. Нижние слои, не успев захлебнуться, меняются. Верхние за место нижних. И идет ротация. И по этому мосту движется толпа муравьев. Ну, как колонна такой. Мощь идет колонна. В самый разгар. Мост был разрушен. Кем? Подошел этот самый слон, ну, вроде Ганечкина, и даже не замечая их, не замечая, взял и прошел насквозь, уничтожил фактически мост. Огромная куча муравьев, сцепившись друг с другом, зацепилась посредине этого самого ручья шириной несколько метров. Вот, довольно быстро. Посредине они сцепились друг друга, и получился плот из муравьев. То есть теперь это была уже не длинная полоса, а это было, как ее назвать-то, это был действительно плот. То есть они уже круглое такое огромное пятно на воде, они продолжали держаться. Это еще не все. При этом продолжали спасать друг друга. То есть верхние и нижние постоянно менялись. Те не успевали захлебывать, ни один муравей не погиб. Ну то есть крупный план, все это было заснято, это уникальная съемка. Что в это время делали другие муравьи? Они мост строили, и они строили. Они построили мост и эвакуировали всех до единого. Каждый знает свои обязанности, ни один не струсит. Только подойдите, он кинется в атаку, погибая. Я с тех пор запомнил, я с тех пор просмотрел множество фильмов. Открылась невероятная картина. Невозможно себе представить такую организацию, этот, в которой вот вроде бы холма, да, я только первый попавшийся, да. Вы знаете, что это, какой вам, вы табуретки не собьете. Там сплошная вентиляция, здесь защита открывается в сухую погоду, дождь это все закрывается, закупорится. Там кипит жизнь, там спасают они этих самых, там кормят своих детей. Они вот...